Приветствую всех, кто зашел ко мне на канал и смотрит это видео. Утро – мое самое любимое время для прогулок. Доброе утро, Рим! И доброе время суток вам, друзья! На фоне прекрасного утреннего Рима поговорим немного о проблемах метрополитена. Те, кто планирует поездку в Рим летом 2019 года, наслышаны и обеспокоены. Повсюду слышны вопросы – как же все-таки будет работать метро в Риме летом? Наконец-то появился календарь по ремонту и техническому обслуживанию путей метро. Самое главное, что не допустят закрытия целой ветки метро, а будут закрывать по несколько станций одновременно. Календарь закрытия станций помещу в конце видео крупным планом. А сейчас давайте продолжим утреннюю прогулку. Мы находимся на улице Систина. Она носит имя Папы Сикста V. Это был грандиозный проект по строительству дороги длиной 3 километра, который не был завершен. Прямая дорога была построена только до базилики Санта Мария Маджоре, которую сейчас можно рассмотреть в конце дороги. Параллельно улице Систина находится улица Григориана. В нескольких метрах от начала улицы стоит Палаццо Дзуккери, или как еще его называют, «Дом монстров», который построил Федерико Дзуккери в 1592 году. Вход состоит из маски с гигантским открытым ртом, почти для глотания любого, кто туда войдет. В этом доме жила вдовствующая королева Польши. Сейчас здесь располагается Институт истории искусств и библиотека. Я вернулась на улицу Систина. В доме номер 104 жил Ганс Христиан Андерсен, а в доме номер 125 жил и писал «Мертвые души» Николай Васильевич Гоголь. Эта улица называется Каполе Казе. Раньше она была заселена художниками, а в этом доме находилась студия. На этом углу дома цветут каперсы, а здесь благоухает ложный жасмин. К фонтану Треви можно подойти с разных сторон. Можно попасть на площадь лицом к фасаду фонтана, сбоку от него или же выйти из-за фонтана. Я как раз вышла из-за фонтана. А тут уже вовсю идет утренняя фотосессия. Давайте немного понаблюдаем за этой красотой. Фонтан Треви – одно из самых красивых мест Рима, но около него всегда многолюдно. Выбирайте для прогулок здесь или раннее утро, или поздний вечер. Тогда он еще очаровательнее.
Этот фонтан часто можно видеть на открытках, фото, в разных фильмах, таких как «Сладкая жизнь», «Римские каникулы», «Безумно влюбленный», в любительских видео, как, например, мои видеозарисовки. И сегодня с другой стороны фонтана тоже идет съемка фильма. Но у кино, как всегда, свои правила. Зимой снимают летние сцены, а летом зимние. Сейчас июнь, и у фонтана Треви снимают новогодние сцены и даже поставили елку. Фонтан Треви является обязательным местом посещения туристов. Если вы первый раз у фонтана Треви, то с первых минут у вас от увиденного и восхищения перехватит дыхание, и только потом вы начнете его рассматривать. От пребывания здесь у вас останется самые яркие впечатления. По возможности посетите фонтан Треви и вечером, когда включат иллюминацию. Вас ждет незабываемое, великолепное зрелище. Общая тема фонтана – это мифы о море и его обитателях. Когда вы находитесь на площади, возникает ощущение целой сцены из жизни морского бога. С фонтаном связано много легенд. Здесь, например, девушка показывает источник воды умирающему от жажды римскому солдату. Теперь этот источник питает фонтан. Говорят, воду фонтана Треви обязательно должны отведать влюбленные, чтобы их любовь была крепкой и вечной. Есть специальные трубочки, из которых можно испить воду, и называются они трубочки влюбленных. Напомню, что для съемок с высоты можно зайти в магазин на второй этаж или подняться в бар, выпить аперитив и сделать пару красивых снимков. Так и хочется сказать: люди, будьте бережнее к тому, что оставили нам предки. И пустые бутылочки выбрасывайте, пожалуйста, в мусор. Не засоряйте ими красивые римские фонтаны. А фотосессии продолжаются. Тут можно фотографироваться на каждом шагу. Ну а я побежала дальше.
Элегантнейшая и солнечная площадь Навона. Здесь утром вообще тишина, не так, как у фонтана Треви. Местные гуляют с собачками, иногда здесь проводят утренние групповые занятия фитнеса или йоги, а работники ресторанчиков уже сейчас потихоньку начинают готовить столики к обеду. А я воспользуюсь прекрасным утренним светом и еще раз покажу вам красоту этой площади. На площади Навона три фонтана, но я сегодня покажу вам фонтан Нептуна. Задумка построить здесь фонтан была еще в 16 веке для обеспечения местных жителей чистой водой. Но скульптуры, украшающие фонтан, появились уже позже, во второй половине 19 века. А вы знаете, что у фонтана Нептуна есть народное название – фонтан Медников. Дело в том, что недалеко от фонтана Нептуна была улица, на которой находилось много ремесленных мастерских. Они производили различную утварь из меди, кастрюли, столовые приборы и многое другое. Именно отсюда фонтан Нептуна и получил свое народное название – фонтан Медников. Если вы наблюдательный турист, то на многих домах Рима заметили интересные отметки. Давайте подойдем поближе. Эти отметки означают, в каком году было наводнение и до какого уровня поднялась вода из Тибра. В одно из таких наводнений на площадь Испании была выброшена барка, что послужило идеей для создания фонтана Боркаччо, автором которого является Бернини. Я уже не раз говорила, что в античные времена здесь находился стадион, где устраивались соревнования атлетов. В средние века на этой площади находился большой рынок. Ну а сейчас эта площадь является главной достопримечательностью Рима, которую не обходит ни один турист. Но многие даже не догадываются, что у них под ногами, почти на глубине 5 метров, находится археологический комплекс, где можно увидеть каменную арку Древнего Рима. Арка – вход на стадион Домициана. А здесь как раз хорошо видно, как в какое время выглядела площадь. Цена билета – 8,5 евро. Аудиогид входит в цену билета. А в этом дворике вы можете спрятаться от палящего солнца. Здесь всегда прохладно. Это можно считать небольшим музеем, а также здесь проводят всякие разнообразные мероприятия, музыкальные, театрализованные представления, даже показы мод и выставки. В этом ресторанчике проходили съемки фильма «Ешь, молись, люби» с участием Джулии Робертс. Дворец правосудия вдалеке. И с этой улочки открывается прекрасный вид на площадь Навона. Фонтан книг. Это работа современного архитектора Пьетро Ломбарди. И находится этот фонтан через дорогу от площади Навона. В 2017 году фонтан реставрировали. А дальше, прямо по улице, находится еще один фонтан. Этот фонтан императорских времен. Чаша очень большого размера и сделана из гранита. Ее нашли под одним из римских зданий в
1985 году во время раскопок и приписывают эту чашу к термам Нерона. Ее отреставрировали и установили на площадь Сан-Эустакио. Проходя мимо пантеона, на одном из зданий мое внимание привлекла табличка. Там было написано, что это один из старейших отелей города, и датируется он 1467 годом. Только в то время назывался он по-другому. Отель может похвастаться выдающимся именем среди своих гостей, таким как известный граф Калиостро. Он был арестован здесь в 1768 году за избиение одного из своих слуг и взят в тюрьму Кастель-Сант'Анджело. Обязательно заходите в церкви, которые встречаются у вас на пути. Пока любуетесь убранством, можно спрятаться и отдохнуть от палящего солнца. Этот магазинчик я недавно вам показывала, но трудно пройти мимо таких витрин, и я была там не одна. Обязательно зайдите внутрь. Здесь вы можете купить себе что-нибудь перекусить. Вам взвешивают 100, 200, сколько хотите грамм в пластиковый контейнер. Но не всегда же кушать в ресторанах. А здесь выбор очень хороший и ассортимент богатый. А цена указана за килограмм. А это название замечательного магазинчика. Вот такие разнообразные сладости можно кому-нибудь в подарок купить. Я прошла по узенькой-узенькой улочке и вышла на маленькую площадь. А тут продуктовый рынок ждет своих покупателей. Но, видимо, еще слишком рано. Я тоже хожу на рынок в районе 10 утра. Главный атрибут столиков на улице является вентилятор. Жара уже в Риме за 30. Пока вы рассматриваете еще один дворик, в который я зашла, я хочу поздравить вас с долгожданным летом и пожелать вам великолепного времяпровождения в отпуске. Тепла вам, солнца, путешествий, новых чувств и прекрасных событий. Отдыхайте, наслаждайтесь и улыбайтесь. С вами была Тати Рома и Рим Онлайн. До новых видео, друзья!